Scusami, ma non ti devo dire? Ma non sai. Non ti lasciare. Mi sono uscito di che, di che, di che.
Вика, хорошо. Ваня сюда. Нет, не так. Скажи, Светович, разрешите с Викой. Разрешите с Викой попасть. Пожалуйста. До свидания. Ваня сюда. Ваня, не расслабляйся, пожалуйста. И поверьте, пожалуйста, аккуратно. На него, не дай Боже, упадешь. Добрый день, Светович. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ре. Джер. Ваня, не ходи по ковру, как это. Смотри, как вас приходит. Вот отсюда неудобно бросать. Не надо становиться так. Ну вот он так. Ну правильно, ты держишь заклад двумя руками. Ты не призадобный. Потом в одну сторону, в другую сторону.
Ты? Стали, заправились. Так ты должен Владимира кидать. Так как сейчас будет. Владимира, он меня. Ты можешь помолчать? Да. А он на 10 килограмм меньше. Бросок был хороший, но надо подкачаться физически. Вот так вот, если ты Владимир работал, вот это было бы. Все работает. Подтянились. Отдыхаем минуту. Владимир. 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 Я тебя прошу. Ну, ладно. Друзья называются. Друзья? Конечно, ругаются. Что, тяжело, да? Тяжело. На соревнованиях, чтобы стать чемпионом, нужно 6 схваток отбороться. 6. И борьба там, это не здесь. Гарри, жива? Молодец, умница. Яна, все, отошла? Все, вылечила? Молодец. А ты, Сычок, форму специально забыла, да? Нарочно. Надо маме позвонить. Ты больше забывать не будешь. Сегодня вот Яна вместе мы поработали. Помнили трёпочки? Вместо складочек чуть-чуть поделали приёмочки. Потом я бы дал вам Габи, она бы постояла, а вы постарались бы и бросочек поделать. Она бы просто постояла. А потом я вас бы убрал и Габи дал. Так и рассчитывал. Диана у нас пришла, молодец, двинет. А ты подводишь свою. Встали, приготовились так, как были. Приготовились. Четвертая схватка. Схватка Патру. Схватка Патру. Артем, пожалуйста. Владимир. Надо встать. Молодец, Веня. Меняешь ты с ним баскетбол. Сюда выходишь. Чуть-чуть. Да, да, встань. Так. Все разговаривай. Пожалуйста, Владимира за меня. Владимир, сюда. Так. Никита отдыхает. Владимир, Ваня. Ты с Викой. Ты теперь отдыхай. Да ты не устала, посмотри на тебя. Смотри, пацанов уже больших бьешь. Сколько тебя сил? Да. Да. Владимир, остаешься в стойке, на него не прыгаешь. А бросок? Делай бросок, но сделай так, чтобы он упал, и чтобы ты мог... Вот, понимаешь, вот, борьба в чем состоит? Вот боевое самбо. Там нужно оторвать руку, сделать нокаут. Все, и это уже не соперник, он уже не тренируется, он уже 3 месяца лечится. У меня такого не должно быть, у нас олимпийский вид спорта, лук-то джудо. Отборолся, пришел завтра отборолся, послезавтра. То есть и бросок нужно правильно делать. Ты физически его сильнее. Техника у вас, у тебя лучше, у него похуже. Но физически ты сильнее, ты его можешь просто подхнуть, а меня это не устраивает. Меня устраивает, чтобы ты... Его один раз, второй раз, тогда я дам Никиту тебе, тогда я дам Андрея тебе, тогда я Вику дам. А я боюсь. Ты бываешь так разозлишься, что уже не контролируешь и стараешься носом туда его воткнуть. Делай броски, просто делай бросок, и он упал нормально, и мне приятно. Понимаешь, родители-то его ко мне придут. Ты скажешь, Семен Анатольевич, как же так? А ты возьми, не поломай, а просто сделай хороший бросок. Бунем залезть. Бун, все. Бун. Все.
Hai, Jimmy, nu mi-am luat că mi-ai dirijat acum. Ai un bun tiernișe, ce tiernișe? Mult că ceață. Веня, чтобы ты знал, новички всегда после бросков тянут. Ты им объяснишь, что тянуть не надо. Но не расслабляйся. Потому что я сам так травму получил. Бросил один какой-то чижик, да? До конца, умница. А, держать, Артём! Он только может играть, потому что он меня толкает, Ну, ты пусти и дальше ему сделай, что тебе? Вот я делаю. Только не разгибай его, блядь. Вот и другую сторону. Он перешагнет на другую сторону. Он держит за глаз, а ты взял толкнуть. Вот это все. Слушай, вот что может быть. Есть же ребята, которые могут. Ты что сделал? Взял и расслабился. Вот сорви за глаз, а ты не отсюда. Он держит за глаз, а ты расслабился. А ты представь, что здесь пацан с терактором. Раз и залезли. Понял, да? Ты не его должен смотреть. Деня, уважай соперника. Вова, чуарь, Вова, чуарь. Так ты скажи, Вова, стоп, стоп. Ты да, я не слушаю. Не, ну ты что, не ты ничего не говори. Ты брос. Уважай соперника, Деня. Никита, сын. А, нет, Андрей. Кто он здесь? Андрей. Сын. Андрей прыгает на одной ноге. И бьет. Поворачивается. И бьет. Здесь. Если Андрея вот здесь ударит, или спереди ударит, значит, Андрюха, все становятся в коридорчик. И ждут, ты будешь бежать, если тебе будут лупить. Поэтому старайся ударить выше пояса. Сус. Приготовились?